Мероприятие областного объединения профсоюзов, приуроченное к 8 марта, получилось ярким, музыкальным и запоминающимся. На сцену порадовать зрителей выходили и представители профсоюзного движения, и приглашенные гости. Название концертной программы «Для меня нет тебя прекрасней» полностью отражает суть и атмосферу вечера. Все для дам, абсолютно точно, самых прекрасных. Дворец культуры профсоюзов организовал концерт. И в подарок всем женщинам, более 500 женщин, будет концерт. Мы их поздравим с наступающим днем 8 марта. И пожелаем всего самого-самого доброго. На концерт пригласили около 500 жительниц региона, проявивших себя на производстве и в общественной жизни. Более 50 получили награды за многолетний и добросовестный труд. Женщины уже давно не просто хранительницы очага. Если говорить о профсоюзах, то у нас в Брестской области женщины, большинство женщин в экономике, почти 56% занято. Если говорить о таких сферах труда, как образование, здравоохранение, культура, банковская сфера, услуги, торговля и другие, то легкая промышленность, то до 85% составляют работающие женщины. И слава богу, у нас только там, где рабочие профессии, женщин меньше, чем мужчин работает, 45%. Одним словом, берестейские дамы в жизнь включены активно и награды получают заслуженно. Очень важно, очень приятно, что в преддверии такого праздника нас помнят, нас награждают. Просто даже вот такой момент радости, веселья на душе. И, конечно, хочется весны. И большое спасибо всем организаторам такого праздника. Очень приятно. Радости просто нет границ. Конечно, в ходе концерта добрые пожелания звучали постоянно, но теплых слов много не бывает. Поздравление от председателя областного профсоюза Александра Мурашкина вполне уместно вписывается в заключение праздничного сюжета. Будьте счастливы, будьте любимы. Пусть вас все уважают, если даже не любят. Пусть вас уважают, пусть вас почитают. Пусть всегда у вас будет надежное рядом, твердое, крепкое плечо. Мужчины, друга, мужа, папы, сына, любого мужчины. Но чтобы вы видели свое будущее и чтобы вы были в нем уверены. Будьте счастливы и любимы. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.